Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. Сам у тебя четверть баллона. Всплывешь? Не, все в норме. Я уже рядом. Еще немного и давай всплывай. Погоди ты. Ладно. Давай поплаваю маленько, мне надо хоть узнать, что здесь. Мы продолжаем играть в Uncharted 4, ребята. Четвертая часть приключений Нейтана Дрейка. И плывем под водой. На спине баллон. Давай исследуем это дно. Хотя куда-то говорят, что надо всплыть. Так, это что лежит? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Что там? Цвет совпадает, ржавчины еще нет. Похоже, когда камня ударилась. Что ты там бормочешь? Прости. Похоже на кусок нашей фуры. Наверняка она рядом. Не испытывай мое терпение, Дрейк. Что там мы ищем? Получается, фуру. Разговор идет про какую-то фуру. А вот и фура, похоже. Ну-ка. Вот ты где. Нашел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но целое. Фига себе, целая, блин, вся раскуреченная. Ну, давай откроем. Ну, поехали. Что интересно в этой фуре? Давай открывай, что ты не открываешь-то, а? Вроде давлю. Ну, давай, или что надо сделать? А, подержи, наверное, зажать надо было. Доброе утро. Так, я внутри. Вроде. Большая часть привязана. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5. Какой-то груз. Двух ящиков. Пойду их искать. Два ящика надо. Может, поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Справлюсь. Один есть. Вот, видишь, как быстро я все нашел. Ну, тащи, тащи. Надо нажимать много раз. А, черт. Ящик придавило фурой. Короче, сначала закрепи второй ящик, потом мы поднимем фуру. Видишь, вот за это тебе и платят. Ну да. Так, ладно, еще надо один найти. Вот он лежит. Нашел второй ящик. Один есть, один ищем. Закрепи его в фуре, мы почти на месте. Ладно, жду вас. Сейчас поднимем. Целая, говорит, фура, вообще все убитое в хлам. Ладно, пускай восстановят. Давайте, цепляйте. Спускаем. Да я-то глубоко заплыл. Цепляй фуру, мы ее приподнимем. И чё, как цеплять? А, вот. Давай, плыви. Куда ты? А чё не тянется? А, подожди, как-то погрузиться было. Нолик. А чё нажать надо? А, обмотать надо, прикинь. Вот так, один есть. Так, ты за воздухом-то следи. Расслабься. Давай, воздуха так, дофига у меня ещё. Сейчас прицеплю его к оси. Должно сработать. Ага. Ну? И второй. Фура подцеплена. Все, давай быстрее поднимай, там ящик надо отойди, мы ее забрать. Все, давайте. И поднимаем.
Погоди, а где ящичек-то остался, я не вижу. Хватит? Да, вполне. На меня не уроните. Ну, только давай на меня. На меня не хватало. Тяжело. Ну-ка, быстрее вылезти, а то раздавит нафиг. Чё он такой тяжелый? Что они там везут? Давай, всплывай. Как? Надо несколько раз прям надавить усиленно. Так. Нам надо закрепить его. Все, все ящики в сборе, давай, цепляй. И пусть они его поднимают. Сейчас замок закроем. Подтянем все как надо. Так, все, я сваливаю. Давай, быстрее выходи. Весь груз в целости и сохранности. И воздуха еще на 5 минут. Надо же. Ну, может, ты еще полазишь, поищешь там другие сокровища. Нет. Какие сокровища? Тебя прокатить? Да, пожалуйста. Будешь готов, дай знать. Ну давай, прокати, только мне-то где, куда встать? А, мне, наверное, наверх надо сюда. Так. Ну, подплывай. А, точно, вот сюда. Я на месте, вытаскивайте меня. Не вопрос. Поднимаем. Ну, реально глубоко. Фура шлепнулась. Ты как, Нейт? Я рад, что вылез из реки. Неделю буду рыбой гонять. Ладно, держись. Сейчас тебя примем. Держусь. Как дела, парни? Ну давайте, опускайте меня. Рад, что вернулся, Дрейк. Да, сам не нарадуюсь. Бросай снарягу. Держи. Спасибо. О, баллон-то пустой, что ли? Я облегчаю тебе работу, а? Давай, Дрейк, доставайте. Скажу прямо, работать ты умеешь очень шустро. Что, это комплимент? Я потрясен. Не, наповал поражает твой запах. Да пошел ты, блин. Запах. Чем я там? Рыбой воняю. Мамку твою напоминает. Так, ладно, идем дальше. Чувачки, что вы тут делаете? Ну-ка, с тобой поговорим. Как оно? А ты как думал? Все поднял? Все в целости. Ну ты у нас отличник. Все, поговорили, что ли? Ладно, идем дальше. Что-то народу здесь много, а толку от них совсем нету. Давай вот с этими поговорим. Потом закончу. Мой герой. Пошли, глянем, что ты принес. Давай в следующий раз кто-нибудь другой. А ты отдохнешь? Нет уж, спасибо. Лучше нырять, чем торчать в контроле. Ну, все равно. Понырять теперь еще не скоро придется. Погоди, а контракт на четверг? Да ладно. Цену перебили. Ты издеваешься? Ну да, конкуренция. Блин, а ну-ка, давай. Конкуренция, работу забрали. Окажешь? Ну-ка, открывай давай. Тебе помочь, что ли, что вскрыть? Что делать-то? А, ну давай, я сейчас открою тебе все. Спасибо. И, внимание, что там? О, ты смотри.
Медный клад. Ого, вот это хорошо, ну, мы нашли. Ты не поверишь, сколько эта хрень стоит. Потому-то клиенты платят такие деньжищи. А может, лучше на монетки переплавим? Ладно, пошли отметим. Не, ну нормально, там медях-то вообще стоит нормально. Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно, как хочешь. Эй, ты молодец. Спасибо. Медный провод. Все, домой надо валить. Подожди, Нейт. Нейт, постой. Эй, какими судьбами? Для тебя презент. Презент? Что это? Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Опять. А, весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели, все готово. Кроме моего лучшего парня. Я... Ему доверил бы это дело, а он слился. Нет, я даже не возьмусь. Скажи у этого источника. Есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит, нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. Нейт, это же наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю, как ты, а я не хочу ковыряться под водой до 60 лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Нет. Чё-то он меня втягивает в какую-то авантюру. И тебе не советую. Ну ты возьми почитать. Ради меня. Я не передумаю. Тем более. Я домой поехал почитать? Вообще. Правда? Привет, Карли, ребятишка. Передам. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Видно, серьезная работа. Так. Круг поисков сужен. Эх, было бы круто. Вот он ушлый. Нет, нет, нет. В этот раз без меня. Че, придется отказаться, да? Придется отказаться. А почему? Почему отказываемся? Обычная жизнь. Увидимся, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!